Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад, что у нас сегодня есть студенты. Так они всегда у нас есть. Просто в небольшом количестве. Выложено домашнее задание номер 5. Дедлайн
на это домашнее задание 12 марта. Да, начиная с 5 домашнего задания, лектор теперь решил устанавливать общие дедлайны во всех группах, потому что иначе возникает непонятная ситуация, что в разных группах разные дедлайны, а люди, не посещающие семинары, узнают о дедлайнах у своих знакомых и в итоге не знают, какой дедлайн относится к ним. Поэтому, начиная с 5 задания, дедлайны становятся общими и будут объявляться на лекции. Да, это означает, что у 4 и 5 домашних заданий одинаковый дедлайн, 12 число. Так что, ну, это связано с тем, что в нашей группе самый свободный дедлайн по 4 домашнему, в остальных группах он на неделю раньше. Можете просто считать, что нет 4 и 5 домашнего, а есть одно общее домашнее 4-5 с дедлайном 12 марта. Хорошо, я обязательно всем передам. Так, значит, у нас дедлайн по 3 домашнему. Сейчас еще раз перепроверим свою запись. Ну, вы в прошлый раз сказали, что вот дедлайн по 3 домашке – это следующая пятница. Дедлайн по 3-му – 26 февраля. Да, 26. Дедлайн по ДЗ 4-5 одновременно 12 марта. И все дальнейшие дедлайны лектор уже будет объявлять на лекциях, ну, а я все равно буду их повторять и уточнять. В 5-м домашнем задании будут вопросы на ординалы, которыми мы как раз займемся сегодня. Да, не расскажете ли вы мне, что сегодня было на лекциях и что из этого получилось? Наверное, об ординалах уже начали говорить. Я, к сожалению, сегодня не успела побывать на лекции, поэтому не смогу сказать. Да, я почему обе такие. Ну, скорее всего, как раз речь шла о вполне упорядоченных множествах, а потом об ординалах. Нужно тогда подумать, как мы сегодня сделаем, потому что я хотел на некоторые факты, которые, наверное, на лекциях были, опираться по умолчанию, как на точно уже обсуждавшиеся. Но сейчас посмотрим, будем решать новый листок, который обозначен просто 6, а из этого уже поймем, что происходит. Итак, но тут в этом листке предлагается начать с некоторых воспоминаний про те типы порядков, которые нам известны. Для каждого из ниже указанных множеств определить, является оно полным порядком, линейным порядком, частичным порядком, каждый из этих влечет следующее, или вообще не является порядком. Конечно, имеется в виду множество с бинарным оператором, потому что иначе непонятно, что я такое вообще спрашиваю. Значит, сначала произвольное множество с отношением равенства. Ну, это, кажется, полный порядок. Мы каждое можем сравнить с каждым. Или, ой, нет. Я бы сказал, что каждый только с собой сравнивает. Да. Ну, то есть у нас вообще несравнимые никакие, кроме самих с собой. Так.
Так, ну отношение порядка точно является, отношение равенства точно является транзитивным. Да. Точно является, ну, в каком-то таком смешном смысле является антисимметричным. Если А равно Б и Б равно А, то А равно Б в таком нелепо-тривиальном смысле. А вот действительно, сравнимости между двумя элементами категорически нет. То есть это уже точно нелинейный порядок. Есть несравнимые элементы. Ну, естественно, если элементов хотя бы два, потому что если у нас всего одна точка, то особо чего-то умного мы не получим. Так, а вот является ли это частичным порядком? Ну, кажется, что вот частичным является. Давайте подумаем, что там нужно. Там нужна транзитивность, там нужна эта самая антисимметричность и нужна рефлексивность. Ну, это у нас точно да. Есть. Да. Так, давайте посмотрим, что дальше спрашивают. Значит, множество и меньше или равно, где множество последовательно пробегает N, Z, Q, R. Здесь уже порядки такие хорошие, но кто из них какой? Так, мы хотим посмотреть на вот эти наши множества с меньше или равно, да? Ну, в n, например, они все будут сравнимы между собой. Да, свойства частичного порядка у нас здесь везде будут выполняться. Да. Их можно не проверять. Нам нужно проверить линейность, а если мы нашли линейность, проверить вполне упорядоченность. То есть что у нас линейность? Когда любые два элемента сравнимы. А что такое вполне упорядоченность? Когда у любого непустого подмножества есть минимальный элемент. А, минимальный. Ну, в n такое есть. Да, n вполне упорядоченный. Z. А вот в остальных такого нет. Z, Q, R просто линейные. Угу. Да, ну, например, какие можно предложить? Ну, взять просто какой-то луч от минус бесконечности там до нуля, до того да. же. Ну, да. Наверное, можно взять подмножество, совпадающее с самим этим множеством. В нем просто нет минимального элемента. Ну, или в Q, или в QR можно вообще взять там какой-нибудь интервальчик без концов, но тогда тоже не получится наименьший взять. А, те же... Так. Ну и то же самое, но с отношением больше или равно. То есть перевернуть порядки вверх ногами. Что изменится? А тогда N не будет вполне, потому что не в любом будет наибольший элемент. Да, получается просто линейные порядки. Теперь n с отношением, которое мы уже рассматривали, делимость. Натуральные числа и отношение, грубо говоря, быть делителем. Так, ну, наверное, давайте сначала проверим, что это вообще хотя бы частичный порядок, то есть рефлексивность, транзитивность и антисимметричность. Да. Ну, рефлексивность каждое число делит себя. Да, это здорово все у нас. Транзитивность, ну, тоже, кажется, работает. Если А делитель Б, а Б делитель С, то А делитель С. Или нет? Кажется, работает. Да, все работает. Да, транзитивность работает. Антисимметричность это у нас... Если А делитель Б, а Б делитель А, то А и Б должны совпадать.
Ну, это, кажется, правда. Угу. Так, ну, это ура. У нас критичный порядок. Так, ну теперь нужно проверить, есть ли линейность. Так, для линейности нужно проверить то, что любые два сравнимы? Да. Угу. Ну, кажется, что да, любые два будут либо делители, либо не делители. Ой, нет. А, нет. Ну, то есть, если мы возьмем взаимно простые числа, то они будут несравнимы ведь? Ага, ну вот, да. Берем взаимно простые числа, они несравнимы, а значит, это просто частичный порядок. Хорошо. Согласен. Линейности у нас здесь не получилось. Теперь то, что мы уже рассматривали. Это множество подмножеств и отношение вложимости. Так, мне опять нужен этот значок. Вот такой. А, опять. Ну, а будем считать, что множество, в котором хотя бы два элемента. Чтобы у нас что-нибудь умное получалось. Так, ну давайте опять начнем с частичного порядка, а дальше посмотрим, повезет, не повезет. Ну, рефлексивность работает. Транзитивность тоже все хорошо. Если А под множество Б, П под множество С, то А под множество С. Mm-hmm. Смотрим антисимметричность. Это получается, если А под множество Б, а Б под множество А, то А и Б совпадают. Mm-hmm. Ну, кажется, что это правда. Да, частичный порядок у нас получилось. Да, супер. Ну, теперь посмотрим на линейный порядок. Ну, кажется, что если у нас А достаточно большое, то мы можем взять два не пересекающихся подмножества, и тогда они будут несравнимы. Да. То есть опять получилось, что у нас просто частичный. Да. Так. Теперь предлагается рассмотреть множество пар вещественных чисел с лексикографическим порядком. То есть x1, y1 меньше или равен x2, y2, если x1 меньше x2, или x1 равно x2, y1 меньше или равно y2. Сравниваются первые координаты, а в случае их совпадения нужно сравнивать вторые. Ну, начнем по нашей схеме. Проверяем, является ли это частичным порядком. Рефлексивность работает. Дальше. Транзитивность. Ну, тоже, кажется, работает. Да, конечно, работает. Ну, и антисимметричность тоже. Угу. Ну, смотрим, да, будет ли это линейным порядком. Ну, если у нас x1, x2 различны, то, то они точно сравнимы. Mm-hmm. Если x1, x2 совпадают, ну да, тут все сравнимы, тут все хорошо. Да. Это линейный порядок. Теперь посмотрим, будет ли это полным порядком. Ну, так как это у нас R, ну, оба числа из R, то нет, мы не сможем взять наименьший. Да. Это просто линейный порядок. Получается, а наименьший, да, полного не получается. Так, и теперь предлагается еще раз посмотреть на R2, но с вот таким вот порядком. X1, Y1 меньше или равен X2, Y2, если... И только если x1 меньше или равен x2 и y1
меньше или равен y2. То есть, чтобы первая пара была меньше или равна второй, нам необходимо, чтобы и первая координата была меньше или равна, и вторая координата была меньше или равна. Но тут уже точно нелинейный порядок, потому что если я возьму, что у меня x1 меньше, чем x2, а y1 больше, чем y2, то они будут несравнимы. Да, это нелинейный порядок. Угу. Теперь нужно проверить, а хотя бы частичный получается ли. Ну да, надо посмотреть. Но с рефлексивностью все хорошо. Угу. Посмотрим на транзитивность. Ну, тоже все в порядке с транзитивностью. Антисимметричность надо посмотреть. Тоже вроде работает. Так, если... О, у нас еще участники появляются. У нас вообще посещаемость сегодня сказочная. Так, давайте посмотрим, что у нас действительно. X1, y1 меньше или равен x2, y2, а x2, y2 меньше равен x1, y1. То есть x1 меньше или равен x2, y1 меньше или равен y2, x2 меньше или равен x1, y2 меньше или равен y1. Да, это значит, что точки совпадают. Так что частичный порядок все-таки есть. Это значит, что лектор нам не прислал такого случая, чтобы здесь вообще не было порядка. Как минимум, частичный порядок у нас во всех этих вариантах оказался. Ну, теперь давайте вернемся к тому, что у нас было в прошлый раз, и давайте вспоминать более конкретно вполне упорядоченные множества. Упорядоченные множества – это множество с... Это линейно упорядоченные множества, на которых выполнено одно из следующих эквивалентных свойств. Первое. Всякое непустое подмножество. Значит, лучше запишем так. X вполне упорядоченное множество, если это линейно упорядоченное множество, всякое, просто так мне удобнее будет, когда у меня будет обозначение. Не пустое подмножество имеет наименьший элемент, ну или минимальный. У нас в линейном порядке это не особо важно. Второе свойство. Не существует бесконечно убывающих последовательностей. X1 больше X2 больше X3. Еще добавлю X0. И третье. Выполнен принцип индукции. Если некоторые свойства p от x выполнено для... Если имеет... Если для некоторого свойства p от x известно следующее. Если p от x выполнено для всех x меньше y в x большом, то оно выполнено для y. То есть если про свойство p от x известно вот такое, то на самом деле p выполнено на всем x большом. Напомню, что в прошлый раз мы предпринимали попытку доказать эквивалентность этих свойств, и мы доказали, что из первого следует второе, а из второго следует третье. Но тогда у нас не получилось доказать, что из третьего следует первое. Давайте
этот пробел сегодня закрой и докажем все-таки, из третьего следует первое. Давайте сейчас это придумаем. То есть нужно придумать какое-то свойство и, применив принцип индукции, доказать что-то про первое. То есть мы хотим доказать, что непустое подмножество имеет наименьший элемент. Давайте рассмотрим подмножество y в x и будем доказывать, что в нем есть наименьший элемент. От противного. Пусть в нем нет наименьшего элемента. Тогда предложите мне, какое сейчас свойство нужно взять и применить принцип индукции, чтобы у нас все сошлось. Ну, как-то подмножество брать, свойство быть подмножеством. Так, нет, ну свойство у нас должно быть для элемента. Поэтому давайте рассмотрим свойство не быть элементом y. Вот такое свойство. Для него давайте посмотрим вот на эту запись. Если все предыдущие элементы не принадлежат y, то сам этот элемент не принадлежит y. Ну, собственно, это правда, потому что у нас нет наименьшего элемента. Если бы была такая y, что для всех точек, что все точки до нее не принадлежат y большому, а сама она принадлежит, то она и была бы наименьшим элементом. Она была бы самым первым элементом x, который принадлежит y. Да. Понятно ли, почему так? Ну да, вот это понятно было сейчас. Да. Значит, оно выполнено на всем. Значит, не оно, а свойство выполнено на всем x. То есть все элементы x не элементы y. То есть y пусто. Итак, мы взяли подмножество, в котором нет наименьшего элемента, и мы доказали, что это подмножество пусто. А это и есть первое утверждение, что у всякого непустого подмножества есть наименьший элемент. И тем самым из тройки в единицу у нас доказано. Ну, получается, доказали всю эквивалентность. Да, и этим мы закрыли нашу прошлый раз проблему. Так, давайте сейчас сотру и посмотрим, что здесь дальше нам предлагается решить. Итак, давайте посмотрим на задачу номер 2 из листка. Пусть А с порядком вполне упорядоченное множество, Б подмножество А с индуцированным порядком. Сперва пункт А.
Приведите пример, что А может быть изоморфно Б. То есть во вполне упорядоченном множестве можно взять подмножество. Ну, давайте возьмем. Давайте возьмем А — это натуральные числа, а Б — это какое-то их подмножество, начинающееся просто не с нуля, а, ну, например, там, да даже с единицы и дальше. N без нуля, вот. Yeah. У нас по-прежнему будет наименьший элемент yeah. B. Вот. Ну, мы, короче, ноль переведем в единицу, и каждое следующее в каждое следующее. N в N плюс первый. Вот, и порядок сохранится, и все будет очень здорово. N, N плюс первый. Да. Так. Теперь пункт Б, насколько я понимаю, лектор мне написал, что он рассказал его на лекциях, так что не знаю, займемся ли мы им сейчас. На этой лекции у нас не было. Да, но в любом случае... В любом случае нам понадобится соответствующая терминология. То есть, сейчас мы введем определение. Начальным отрезком вполне упорядоченного множества W. Так, ну, напишу W меньше или равно. Называется... Называется его подмножество, обозначаемое W от U и равное по определению. Так, сейчас перенесу на следующую строку. Таким элементом W. Так. Ой, опять мне нужна эта символика. Где у меня знак принадлежности? Вот у меня знак принадлежности таких иксов из W, что x меньше u. То есть просто зафиксировали какую-то одну точку во вполне упорядоченном множестве и рассмотрели все элементы, которые меньше этого множества. Очевидно, что W от U тоже вполне упорядочен. Но почему это очевидно? Потому что мы отрубили хвост. У оставшихся множеств, которые будут под множествами, тоже будут наименьшие элементы. Или можно сказать, что совершенно очевидно, что убывающие последовательности как не существовали, так и не появятся. Так вот, нужна задача следующая. Доказать, что нельзя построить изоморфизм, сохраняющий порядок между W и W от U. Ни для какого U в W. То есть, если мы фиксируем множество, вот такое вот, и мы фиксируем в нем его начальный отрезок, вот до этого U, то между ними не существует... Вычеркну вот так аккуратно. Не существует изоморфизма, сохраняющего порядок. Ну, для бесконечного V это кажется очевидно, потому что ничего нельзя перевести в U.
Ну, в у должен переходить наибольший элемент. Или нет? Так. Нет, пока не очень понятно. У нашего начального отрезка ведь нет, вообще говоря, наибольшего элемента. Ну, да, у меня на этом я и хотела противоречие сказать, то, что в у это ведь будет наибольший элемент в в от у. Но вдруг изоморфизм, сохраняющий порядок, ну, как-то так есть, что, грубо говоря, это не то, что каждый элемент переходит в себя. Что может... Ну да, да, да. Для да, бесконечных понятно, множеств хорошо. Как-то более изощренно можно положить их друг на друга. Но у нас должен быть какой-то наибольший элемент, чтобы построить изоморфизм. Я бы не сказал, что наибольший элемент, но вот то, что, наверное, здесь лучше как сформулировать то, что вы, наверное, хотите сказать, что нам все равно нужно что-то сопоставить вот этому «у». Вот ну здесь. Да, да, и да. Из этого должно как-то получиться противоречие. Что-то сопоставить самому «у» этом изоморфизме. Так, и нужно понять, в чем здесь противоречие. Пусть у нас есть изоморфизм F, который бьет из W в W от U. Тогда F от U попал куда-то в W от U. Ну, любой элемент W от U меньше, чем U. Да. И, видимо, в этом проблема. Это значит, что F от U меньше, чем U. Ну, в смысле W. На них один и тот же порядок индуцированный. Так, и вот это, наверное, как-то действительно должно быть проблемой. То есть получилось, что у нас есть на W отображение, сохраняющие порядок, но при этом переставляющие какой-то элемент левее, чем он был. Теперь нужно понять, почему это невозможно. Это и интуитивно, и на практике невозможно. Когда мы рисуем отображение, сохраняющее порядок, то достаточно понятно, что оно может только размазывать, только правее двигать, а вмять левее не может. Угу. Ну, давайте, например, попробуем это доказать так. Докажем, что f от x больше или равно x для всех x. То есть от противного. Пусть число таких x, что f от x меньше x, не пусто. То есть это некоторое множество A, подмножество W большого. Не пустое подмножество W большого. Значит, в A есть минимальный элемент. Первое. Такое, ну, например, А маленькое, что F от А меньше А маленького, но F от B больше или равно B для
всех b меньших a. То есть до этого было все нормально, а потом появился первый элемент, которому было меньше. Но смотрите, f у нас сохраняет порядок. Поэтому если f от a меньше a, то f от a меньше f от a. То есть f от a тоже точка, переводящаяся левее. Но f от a меньше a. Однако мы только что сказали, что a первая из таких точек. Ну и вот. Проблема. Тем самым мы видим, что если на W у нас есть такая возрастающая функция f, то каждый элемент она может в лучшем случае оставить на месте, а в худшем сделать правее. А сдвинуть левее не может. А нам, чтобы установить такой изоморфизм, как раз нужно было научиться сдвинуть точку левее. И это как раз и означает то, что никакое упорядоченное множество не может быть изоморфно собственному начальному отрезку. Понятно ли, как здесь мы сработали? Наверное, можно было бы чуть скорректировать доказательства и сделать это с помощью бесконечных последовательностей. Грубо говоря, пусть f от u меньше u, тогда мы применяем f еще раз, получаем, что f от u меньше f от u, потом f трижды от u меньше f дважды от u. И, собственно, получается бесконечно убывающая последовательность. У нас не бывает бесконечно убывающих последовательностей. Так, наверное, даже проще, что u больше f от u больше f от u больше f от f от u и так далее. Что невозможно. Иногда действительно проще бывает рассуждать именно через это. Ну и, наверное, последнее, что нам нужно сказать специально о вполне упорядоченных множествах, последняя умная вещь, которую мы хотим о них сказать, это то, что для любых вполне упорядоченных множеств W1 и W2, либо они изоморфны как порядки, либо V1 изоморфно начальному отрезку W2, либо W2 изоморфно начальному отрезку W1. То есть в каком-то смысле сами вполне упорядоченные множества расставлены в линейный порядок. Но говорить так плохо, потому что не бывает множества всех вполне упорядоченных множеств. Но на практике это именно так. Если мы берем два произвольных вполне упорядоченных множества, то на самом деле мы можем найти в одном из них другое, сидящее в самом начале в виде начального отрезка. И это значит, что вполне упорядоченные множества, они все получаются последовательным наращением друг из друга. Я думаю, мы сегодня не будем обсуждать и доказательство этого факта, на лекциях оно точно было, но
неформальная идея здесь следующая. То есть нужно рассмотреть отношения, состоящие из таких пар XY, что W1 от X и W2 от Y изоморфны. Тогда можно будет доказать, что это на самом деле функция, что она на самом деле инъективная, она сохраняет порядок. А из этого сразу следует, что любые два множества либо изоморфны, либо одно изоморфно начальному отрезку другого. На сегодня мы это проговаривать не будем, а попробуем построить вполне упорядоченные множества руками, ввести некоторый конкретный тип вполне упорядоченных множеств, называемые ординалами, а потом убедиться, что среди этих ординалов все мыслимые вполне упорядоченные множества, которые бывают, встречаются с точностью до изоморфизма. Если позволите, если здесь все понятно, я сейчас сотру, и давайте начнем обсуждать ординалы. Да, давайте. Так, значит, что такое ординалы? Назовем множество транзитивным, если назовем множество x большое транзитивным, если так, сейчас мне понадобится значок принадлежности в обратную сторону. Вот такой. Если из того, что x принадлежит A, а A принадлежит B, следует, что x принадлежит B. То есть элемент любого элемента – мой элемент. Это такое множество называется транзитивным. Множество называется ординалом, если оно транзитивно и все его элементы транзитивны. Пока очень непонятные определения, но мы сейчас начнем строить конкретные примеры. Давайте сначала ответим на вопрос. Транзитивные множества вообще есть? Мы можем привести хоть один пример. Ну, кажется, это... Ну, а мы натуральные числа не так строили, нет? Ну, действительно, натуральные числа мы строили очень похоже, даже можно сказать, ровно так и строили. Но давайте начнем с самого первого, что мы там построили. Пустое множество транзитивно. Просто потому, что вопрос бессмысленный. Когда нет элементов, это свойство, естественно, выполняется. Элементов нет, чтобы в него подставлять. Также множество, содержащее пустое, транзитивно. Потому что у него есть элемент, а вот у элемента элементов нет. И опять же, нечего подставлять. А если мы рассмотрим множество, содержащее пустое, то вот это транзитивным не будет, потому что у него один элемент, множество, содержащее пустое, у того один элемент, пустое, но элемента пустое в нашем исходном множестве нет.
Тем самым это множество не транзитивно. А вот если мы его добавим, вот так, то оно, конечно, будет транзитивным, потому что вложение второго уровня у нас находит только пустое множество, а пустое множество, оно и так есть как элемент. Так. Но пока у нас попадаются все одни ординалы. Потому что это множество опять ординал. Оба его элемента транзитивные. Мы вот их выше написали. А давайте попробуем придумать какое-нибудь транзитивное множество, чтобы оно не было ординалом. Вдруг все транзитивные множества ординалы. Что здесь можно сломать или предложить, чтобы не попасть в ординалы? Но транзитивность у нас была. Каких-то таких множеств набрать, чтобы транзитивность была, но среди наших элементов попалось что-нибудь нетранзитивное. Может быть, нужно взять пустое и какой-то еще там элемент и брать под множество вот из пустого и этого элемента. Как-то так. То есть пустое и еще какой-то один элемент. Давайте И как-то вот посмотреть так, может, там под множество взять как бы вот под множество из... Смотрите, ну вот у нас уже написано одно нетранзитивное множество. Давайте его как-нибудь положим, попробуем придумать на основе него, получится нам что-то сделать или нет. Ну, пока не получилось, потому что у нас множество не просто не ординал, но даже не транзитивное. Нужно что-то скорректировать на ходу. Нужно взять еще под множество. Ну, вот такое же. Ну, в смысле, чтобы оно содержало в себе пустое в одних скобочках. Так, ну, давайте посмотрим. Да, вот то, что мы написали, это точно не ординал, потому что у него вот такое проблемное множество сидит внутри, нетранзитивное. Но если мы в любой элемент спустимся на два уровня, то мы попадем в то, что у нас есть и на первом уровне. Вот этот элемент, вот здесь на втором уровне в ложности множество из пустого, но да. Вот оно. Здесь на втором множестве пустое, но вот оно. А здесь ничего нет на втором уровне, поэтому тоже все хорошо. Не ординал из-за третьего элемента, но транзитивно. Потому что каждый хорошо соотносится со следующим. Но вы справедливо заметили, что та конструкция, которой мы пользовались, чтобы строить натуральные числа, когда для каждого следующего натурального числа мы брали предыдущее натуральное число, которое было построено, и добавляли его целиком как элемент, к его же собственным элементам, конечно, порождает не просто транзитивные множества, но даже ординалы. И мы, если сегодня это успеем, вскоре убедимся, что других конечных ординалов просто нет. То есть все конечные ординалы – это натуральные числа.
давайте докажем нечто большее. Что тут написано, у ординала все элементы транзитивные. А я говорю большее. Все элементы ординала на самом деле тоже ординалы. Пусть x ординал. Рассмотрим его элемент x маленькое. X ординал значит транзитивен. X транзитивен. Это значит, если x маленькое содержит всякие элементы a, b, c, то на самом деле они уже и содержатся в самом x. Но пока это я просто написал, что само x транзитивно. Элементы его элемента содержатся в нем самом. Докажем, что x маленькое сам по себе является ординалом. Как мы это можем доказать? Ну, нам нужно посмотреть, что все элементы x транзитивны. Элементы x это вот эти a, b, c. Да. Но они должны быть транзитивны, потому что x большой это ординал. Элементы x это a, b, c. Но как мы только что написали, a, b, c это элементы x большого. Да. А так как x большой это ординал, то они транзитивны. Поэтому они транзитивны. Итак, да, у нас получилось. Тем самым оказывается, что в ординале все его элементы ординалы. И значит, элементы этих ординалов тоже ординалы. И так мы спускаемся все вниз, вниз, вниз по этой цепочке, пока не уткнемся куда-то в основание. Потому что у нас есть аксиомы регулярности, утверждающие, что вечно вкладывать друг в друга принадлежности нельзя. Да. Напомним. Напомним аксиому регулярности. Не бывает, чтобы А... Ой, мне одна только вот эта нужна. Элемент не бывает, множество не бывает членом самого себя. И не бывает, чтобы x1 принадлежать x2, принадлежать x3, принадлежать и так далее. То есть вечной убывающей последовательности принадлежностей не бывает. Собственно, на основании этого мы заключаем, что в любом конкретном ординале, если мы постепенно будем спускаться по его элементам все глубже и глубже, рано или поздно мы везде навтыкаемся в пустые множества, в единственное базовое множество, которое у нас только может быть. Так, теперь давайте докажем, что отношение принадлежности, так, а вот сейчас, простите меня, я наоборот напишу отношение принадлежности на любом ординале x большое является полным порядком. То есть сам ординал x большое это вполне упорядоченное множество относительно принадлежности.
Надо все по порядку проверять, да. Давайте по порядку. Так, это у нас будет строгое отношение, поэтому вначале нужно проверять иррефлексивность, что x маленькое не принадлежит x маленькому. Давайте, чтобы здесь было все понятно, является строгим полным порядком напишем. Здесь близко есть знак отрицания. Ну, x маленькое мне принадлежит x маленькое, потому что у нас бы тогда была какая-то бесконечно бывающая последовательность. Нет. То, что x маленькое не принадлежит x маленькому, это чуть более общее, чем свойство нашего конкретного множества, я бы сказал. Ну, да. X маленькое не принадлежит x маленькому, потому что вот у нас аксиома регулярности выйдет. Угу. Да, да, да. И вообще вот. Не бывает такого, угу. Чтобы x маленькое принадлежало x маленькому. Транзитивность. Если x маленькое принадлежит y маленькое, y маленькое принадлежит z маленькое, x маленькое принадлежит z маленькое. Ну, это правда. Но это правда, потому что это просто транзитивность z маленького как элемента нашего ординала. Угу. Это просто вот. Это странное свойство транзитивности мы вводили на самом деле вот для этой строки. Нам нужно было изобрести множество так, чтобы на нем буквально сами по себе выросли свойства линейного, а затем полного порядка. Да, хорошо. Теперь так, антисимметричность теперь, да? Да. Теперь нужно вспомнить, как у нас на строгом порядке. Так, что у нас нужно на строгом порядке написать? Какое следующее свойство у нас пишется? Так, сперва нужно посмотреть на частичном порядке, как пишется у нас строгий. Так, да, асимметричность не бывает. Асимметричность не бывает одновременно. А принадлежит Б, и Б принадлежит А. Вот такое свойство нам нужно проверить, чтобы у нас был частичный порядок. Ну, потому что у нас иррефлексивность есть. Можно, да, вывести из двух предыдущих. Можно... Или просто, ну, в принципе, из аксиомы регулярности это напрямую следует. Ну, а да. Принадлежит B, принадлежит А, принадлежит B, принадлежит А. Это была бы аксиома. Это была бы бесконечно убывающая последовательность. Да, Теперь нужно проверить линейность. А принадлежит Б, Б принадлежит А, А равно... А равно Б. Всегда выполнено одно из. Так. Это, наверное, тут самое хитрое, что нам попадется. Мы берем такие два произвольных элемента ординала. С какой стати вдруг один из них принадлежит другому? Из-за того, что у нас там
Из-за того, что наш ординал — это транзитивное множество? Наверное. Так, ну здесь нужно немножко аккуратно. Ну, и все его подмножества — это тоже ординалы. Но пока мы знаем, что все его элементы — это ординалы. Да. То есть, вообще говоря, мы пока не знаем, что все ординалы друг у друга сидят в элементах. Мы это хотели бы понять, но пока мы еще не поняли, что все ординалы прямо так сидят друг в друге. Хорошо. То есть я предлагаю здесь следующее. Пусть есть А, который с чем-то не сравним. Так, сделаем ровно то же, что мы сейчас сделали во вполне упорядоченных множествах, когда доказывали, что одно не бывает начальным отрезком другого. И скажем так, пусть А минимальное по принадлежности из таких. То есть внутри А нет элементов, которые сами с чем-то не сравнимы. Ну, поскольку в силу аксиомы регулярности не бывает бесконечно вложенных последовательностей, мы можем найти такое. То есть если бы у каждого с чем-то несравнимого был бы элемент, который тоже с чем-то несравним, то мы бы взяли этот элемент, потом элемент этого элемента, который с чем-то несравним, потом элемент элемента, и у нас получилась бы невозможная бесконечная последовательность принадлежностей. Обратите внимание, что у нас здесь все ординалы. То есть, когда что-то принадлежит через некоторую цепочку, оно на самом деле сразу же принадлежит из транзитивности. И то есть у нас есть такое А, минимальное, что оно ни с чем не сравнимо, а вот все элементы уже с чем-то сравнимы. Пусть Б, опять же, минимальное из тех, что не сравнимы с А. Ну а теперь смотрите. Давайте сейчас сотру левую сторону, потому что совсем нет места. А теперь рассмотрим произвольное Z, которое принадлежит А. Оно уже совсем сравнимо. В частности, оно сравнимо с B. Ну, значит, может быть три варианта. Либо Z принадлежит B, либо B принадлежит Z, либо Z просто совпадает с B. Давайте рассмотрим эти случаи. Z совпадает с B. В чем здесь проблема? Ну, если у нас B принадлежит А, то они сравнимы с А. Тогда у нас проблема, что B принадлежит А, они сравнимы. Проблема. Да. Значит, второй случай, который нам сейчас понадобится, B. Z принадлежит B. Давайте Z принадлежит B. Что в этом случае получилось? У нас получается у А и Б есть какой-то общий. Нет, я предлагаю рассмотреть сперва, что B принадлежит Z. Ну, если B принадлежит Z, а Z принадлежит А, то B принадлежит А по транзитивности. Да, тогда B принадлежит А. Ну, и они сравнимы. И опять они сравнимы. Значит, да. Z принадлежит B.
Но это значит, что мы взяли произвольный элемент А, и оказалось, что произвольный элемент А является элементом Б. Угу. Это значит, что просто А является подмножеством Б. Но они снова сравнимы, получается. Хорошо. Ай, что? Нет, это пока еще ничего не значит. А если теперь взять произвольное, Т принадлежит Б, и также разобрать три случая, окажется, что все симметрично, то Б является подмножеством А. Значит, А и Б совпадают. Угу. Опять противоречие. То есть мы взяли пару элементов, которые несравнимы и являются в этом смысле минимальными, и пришли к выводу, что на самом деле они одним из этих трех способов безоговорочно сравнимы. И значит, мы пришли к большому противоречию, и это означает, что у нас есть линейность. Теперь давайте проверим, что вполне упорядоченность. Предложите мне, как очень быстро, мгновенно проверить вполне упорядоченность. Вполне упорядоченность – это про то, что у нас есть наибольший? Нет, вполне упорядочено это про то, что у нас в любом непустом подмножестве есть наименьший элемент. Ну, или можно воспользоваться одним из эквивалентных определений. Не зря же мы доказывали эквивалентность определений. Ну да, да. Ну... Эквивалентно это же про то, что, например, про бесконечно бывающие подмножества это последовательности. Правда. Угу. Но у нас... Это бы нарушало регулярность? Ну да. Полнота. Нет. Бесконечно убывающих последовательностей, потому что это просто нарушение регулярности. X1 принадлежит X2, принадлежит X3, принадлежит и так далее. Итак, бесконечно бывающих последовательностей нет. Тем самым мы доказали, что каждый ординал – это вполне упорядоченное множество по отношению принадлежности. Кстати, некоторые в литературе вводят определение ординала как транзитивное множество, которое вполне упорядочено по отношению принадлежности. Это совершенно эквивалентно. И это очень нетрудно показать. Можно ввести порядок и на самих ординалах. Просто положить, что А большое меньше Б большого, если А большое принадлежит Б большому.
Ну и, наверное, вам должно быть сейчас понятно, что это эквивалентно тому, что А большое является подмножеству Б большого. Итак, давайте проверим еще одно простое свойство. Сейчас сотру справа. Проверим, что если А большое ординал, то А большое... Мне нужен знак объединения. А большое объединить с вот этим А большим тоже ординал. Причем непосредственно следующий за А. Нет ординала такого, что он оказывается посередке между ними. Такого, что А меньше Б, меньше А объединить с элементом, содержащим А. Ну, давайте, как мы это будем проверять? Ну, давайте сначала, наверное, просто проверим, что это будет ординалом, а потом уже проверим то, что между ними ничего нет. Угу. Может, мне кажется, так будет проще. Проверим, что это ординал. Сначала нам нужно проверить, что он транзитивный. Так, пусть А – это какие-то А, Б, С, а А объединить с А – это А, Б, С и так далее. И еще вот сам вот этот А. Ну, у нас А транзитивно, ну то, что вот все, маленькие буковки, у нас все хорошо. Ну, а А большое содержит в себе все маленькие. Значит, транзитивно. Транзитивно. А большое состоит из А, Б, С, элементы которых у нас уже лежат в самом А, поэтому тоже транзитивно. Все вместе тоже транзитивно. Теперь все элементы транзитивны. Но это то очевидно. Старые были транзитивны, а тоже было транзитивно. Так. Теперь нужно проверить, что нет промежуточного ординала. Ну, допустим, он есть. Тогда мы должны добавить к А, Б, С какое-то множество, отличное от А большого. Ну, элемент, отличный от А большого. Так ведь? Да. Ну, то есть мы должны обязательно взять все наши А, Б, С и еще что-то отличное от А большого, чтобы это было меньше. Ну, тогда из вот этого, из того, что вообще-то наш... Мы хотим получить ординал, мы хотим получить что-то транзитивное. Ну, значит, что наш элемент, который отличен от А, давайте его как-нибудь назовем, наверное, уже. Итак, то есть мы начали строить вот этот новый Б, да, который мы положили эти самые А, Б, С, и добавилось что-то еще.
Ну, это можно нарисовать как объединение с каким-то еще множеством x большое. Ну да, это а объединить с x большим. Но тогда x большое должно содержать в себе а, b и c и, ну, все остальное. А мы знаем то, что наименьшее такое множество — это как раз а большое. То есть как минимум является а большим. Ну да. Да. То есть любое, любой ординал, который больше а, уж заведомо само а как элемент к нему добавляет. Итак, ну вот мы с этим разобрались. Да, но строго говоря, нам все-таки нужно аккуратно доказать, почему вот это свойство, записанное наверху, почему для ординалов отношение принадлежности а принадлежит б, и отношение подмножества а подмножество б – это одно и то. А можно еще раз повторить это, что ты сейчас как-то все... Со звуком были проблемы. Нам все-таки, сейчас очищу, нужно аккуратно доказать, что почему, если, почему А принадлежит Б в смысле элемента, эквивалентно тому, что А является подмножеством b, в смысле подмножество. Потому что, кажется, мы этим уже спокойно пользуемся, но так аккуратно и не обосновали. Это у нас... Мы сейчас не об ординалах говорим, да, а просто... Нет, именно ординалы. Именно ординалы, да. В обычной жизни это неверно. Да. Я поэтому уточнила. Ну, потому что из-за того, что это ординалы, у нас принадлежность А как элемента влечет за собой принадлежность всех подмножеств А. А это и значит... ну, принадлежность А как если множество. А принадлежит Б, то все элементы А принадлежат Б, то есть А является подмножеством Б. Да. Теперь нужно проверить в обратную сторону. Хорошо. Пусть А подмножество Б. Так, только нужно и А не совпадает с Б. Нужно вот так писать. Сейчас я это более эстетично напишу. Вот так напишу. Потому что в случае совпадения элемент не может. Так, пусть А теперь лежит в Б, но не целиком. Посмотрите, мы знаем, что А и Б вполне упорядоченные множества. А значит, мы можем рассмотреть С минимальный элемент Б без А. B без A – это какое-то множество, оно не пусто. Значит, в нем есть минимальный элемент – ординал C. Mm-hmm.
То есть, как мы с помощью... Так, как мы теперь установим, что А принадлежит Б как элемент? Успеем ли мы сейчас это придумать? А. Мы можем спокойно это оставить на следующий раз, потому что там у нас задач совсем немного. На нашу последнюю тему, на аксиому выбора, после которой мы перейдем от теории множеств к логике. А можем попробовать подумать и прийти к выводу сейчас. Так, мы хотим рассмотреть, получается... То есть мы хотим доказать, что А – это элемент Б. У меня предложение рассмотреть для этого минимальный элемент, который есть в B, но при этом отсутствует в A. Ага. Минимальный элемент есть в B, но при этом отсутствует в A. Ну, хорошо, тогда... Я что-то сейчас ничего не могу сказать. Наверное, действительно, нас еще раз надо уже это оставить. Если девочки не против. Да. Ну да, давайте тогда сегодня прервемся, а в следующий раз мы докажем это, опишем все конечные ординалы, ну и, наконец, объясним, почему все вполне упорядоченные множества с точностью до изоморфизма исчерпываются ординалами и только ими. И... если мы это аккуратно будем выписывать, мы поймем, зачем в аксиоматике Цермела-Френкеля нужна была достаточно страшная схема аксиом подстановки. Хорошо. Вот. Ну, тогда на сегодня пока прервемся. Всем до свидания. Да, и не свидания. Да, и не забывайте про дедлайны по домашкам, которые у нас написаны. Вторая домашка будет проверена в ближайшую неделю. Хорошо, спасибо. До свидания.